Всем привет, с вами Прия. Началась наконец-то мифическая неделя битвы за Дазара Лор. И можно наконец-то получить с недельных сундучков 410 и выше лут. Скроем на трех персонажах, посмотрим, что нам упадет. Но перед этим еще нужно вскрыть сундучки с дополнительным лутом за репутацию, потому что как бы, знание идет. Нужное количество максимальной силы артефакта понижается для прокачки левела, и поэтому прокачивать все с каждой неделей проще и проще. Всякие питомцы, игрушки. Это что? Ага. И это сдадим. 385-й плащик, окей. Все на продажу. Это тоже вскроем. А 42-й нек. Что мы можем сделать за 42-й нек? Мы можем прокачать свою шапку на 5 стим-левелов. Неплохо. Ну что, переходим к самому главному, а именно вскрытие сундуков. Был закрыт 14-й ключик, подгнилье, пыли насыпят достаточно много, поэтому мы сейчас еще и азеритовый кусочек вскроем. Ну давай, что-нибудь классное. Пушку! Плюмаж 410-й, ну вообще идеально на самом-то деле. То есть это очень хороший тринкет. Юзабельный и вполне реально классный. Толдогор. Толдогор хороший. Говорят, что там пушками пожинающий уничтожается. Нужно будет насчет этого как-то подробнее узнать. Пыли титанов насыпали 793 штучки. Идем покупать азеритовый нагрудник. Почему именно нагрудник? Да потому что в ДД спеке он у меня всего лишь 390 с старыми колечками, а в танке он 400. То есть, если выпадет хороший, я кину его в танка. Ну а вот этот вот, собственно, перекачаю в дамагера. Поехали. Так, где он у нас? Так, это азеритовый шлем, азеритовый наплечь, азеритовый нагрудник. Покупаем. А, и вскрыть еще надо, да? Ничего себе. Так, смотрим. Я его хочу в танка кинуть, потому что. Далее. Без закуски. Хороший талант. Далее, что у нас? Численное преимущество, либо нестабильное пламя. Ну, это вообще хиловской. Окей, я возьму нестабильное пламя, потому что это статы. Так, тут у нас что? Четыре противника. Ну, окей. Ну и все, а чтобы прокачать уже item level этой вещицы, нужно сделать себе 47-й левел сердца Азерот. Одеваем. И одеваем еще вот так. Собственно, это у нас эквип в танка, почти 400. В принципе, неплохо. Это еще сейчас не вскрыт PvP сундук. Прошу заметить. Так, этот тринкет, наверное, он вообще на продажу, скорее всего, уйдет. Потому что плюмаж явно переплюнет его в плане стат. Но мы посмотрим еще. Я посимлю после снятия видео. Так, надо наложить трансмог. Отлично. И с этой азериточки нужно снять абсолютно все трейты, чтобы потом раскачать под дамагером. Окей, идем вскрывать его по сундуку. Ну, в принципе, неплохо. Я уже доволен лутом. Кайфово меня встречает эта неделя. 410-й плюмаж. Меньше повода ходить в гробницу, но все равно я бы ходил ее ради пушки как вариант. Потому что сейчас, проходя 10-е плюс подземелья, ну, мифические эпохальные с ключом, можно получить 400-й и выше лут. Для пушек это ограничение 410, для обычного лута, да, хоть сколько, в принципе. Накидка 385-я. Ну, я рейтинга не отбивал, то есть просто 500 завоеваний отбил, что-то чуть-чуть по фану аренки походил, относительно недолго, и все. Хорошо. Идем далее. Далее у нас еще ДКшечка и вар. С монаха можно выходить. А вот сейчас им упадет пушка. И вот что вы на это скажете? Я скажу то, что это максимум везения будет.
Ну-ка. Ну, тут, да, зеритки далеко, потому что изначальное количество пыли было маленькое. Ну и ладно. Так. По сундучкам, что там получается? Седьмым легионом репутация. Да, можно один вскрыть, в принципе. Поехали. Добыча на кровь стоит. Что тут у нас? 410-е ножки. Превосходно. Замена. Ну, девятый ключик, потому что ранее был пройден всего лишь десятый. То есть все окей, все нормально. Вскроем сундучок, получим силу артефакта. Еще возьмем сундучок. Но вскрывать не будем. Пускай он лежит. И вскроем его уже под следующее знание. Так. Забежим на кораблик, чтобы мгновенно выйти. И остался последний персонаж, воин. Но если на Монка упал тринкет, на ДК упали ноги, что же должно упасть интересно для Фара? Стоит задуматься. Я думаю, перчатки. Тут до бонусных сундуков далеко еще. Добыча на защиту, да, все верно. Щиток, может, упадет. Кольцо. Вообще не мои статы, нету хасты, нету версы. Но заменить 365-е на такое весьма приятно. Я переодену. Самое главное, не забыть зачарить. Ну, вот и все. Недельное вскрытие новых обновленных сундуков с прекраснейшим лутом. Совершенно Монку очень сильно повезло, так как он все-таки мейн, и трейты хорошие прокнули на новом купленном нагруднике, и там левел изрядно повысился, и некапнулся до 42-го, что не может не радовать. И для дамагера я себе новый нагрудник из прошлого танковского эквипа выцепил. Классно, классно. В принципе, я доволен этим вскрытием сундуков. И думаю, вам повезет так же. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, не забывайте про ссылочки под описанием, под стримом там тоже много чего раскинуто и интересного. И не забывайте посещать трансляции и другие какие-либо видосики на ютубе. До скорого!